Знаковый для Смоленщины и Десногорска в частности мемориал Курган Славы в предпраздничные дни становится настоящим центром притяжения. Будучи символом победы, Курган Славы Десногорска – это еще и пример коллективного созидания, которому не помеха, в том числе и особая эпидемическая обстановка. И дождик прошел, и благостная погода, и люди пришли хорошие сюда. И сейчас посадим деревья, этот парк подымется, и вот это будет наша память павшим в боях за защиту нашей руки. Часть этой памяти – дубовая роща, которую поддержал и реализовал совет руководителей предприятий Десногорска по инициативе куратора проекта Михаила Лосенко. 89 саженцев красного канадского дуба и 64 ели. Всего 153 дерева через несколько лет станут дополнением ансамбля мемориала, который уже значительно преобразился за последний год. Далее размещение новых экспонатов в музее под открытым небом. Это «Катюша», легендарная «Катюша», это вот полуторка, это зенитка, это 45-ка и много-много еще экспонатов. Предстоящий любимый и привычный праздник в этом году проходит по непривычному сценарию. Пусть пандемия и внесла свои коррективы в празднование Дня Победы, но отменить его ей не под силу. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.